Итак, добрый вечер. Здравствуйте, мои дорогие коллеги, партнеры, единомышленники, которые поддерживают проект, неважно в какой период времени, уже 6 лет вместе со всеми или только новички. Для вас, для всех мы помогаем, можно сказать, знакомиться с проектом, и для тех, кто хочет строить структуру, кто хочет делать свой бизнес, свои первые успешные шаги в этом маленьком бизнесе, на, можно сказать, большой нашей платформе, для тех мы запустили цикл по дубликации. И о том, как делать эти первые шаги, мы рассказываем постепенно. И все эти знания, они помогают не только конкретно в нашем проекте, а очень многие помогают по жизни. Например, сегодня мы будем говорить о телефонных звонках. И мы по жизни очень много делаем телефонных звонков. Поэтому, когда у нас есть какие-то знания, какие-то навыки коммуникации по телефону, то это все нам, конечно же, облегчает наше продвижение, наверное, ведет к успеху того предприятия, того дела, которым мы занимаемся. Итак, меня зовут Любовь Федорова. Что-то у нас не идет. Меня зовут Любовь Федорова, и я сегодня с вами проведу этот последний час. Итак, очень интересно, я не вижу свои слайды. Почему-то. Ладно. Мы поговорим сегодня о телефонных звонках. Это наша четвертая тема из тех тем, которые мы разбираем в течение всего такого цикла из 8 вебинаров, так скажем. И сегодня мы поговорим немножечко о тех 4 основных шагах дублицирования, о телефонном этикете, о навыках коммуникации и немножечко дам практическую часть, можно ее так назвать, это небольшие скрины, как можно завязать разговор, как можно перейти в какую-то определенную тему, как начать этот разговор, да, потому что мы не всегда можем сказать какие-то первые предложения, которые смогут побудить человека с нами разговаривать, да, и он захочет с нами говорить. Поэтому, когда у нас есть хоть маленький пример, хоть маленький образец, хоть что-нибудь, какие-то наметки, и главное, чтобы у нас начался этот разговор. Мы для чего вообще звоним? Мы обычно звоним, приглашаем на вебинары или приглашаем на презентацию куда-то в зал, где проводится презентация, может быть, на какую-то личную встречу. Кому мы звоним? Мы можем звонить своим знакомым людям, а можем звонить по рекомендации незнакомым совершенно людям. Мы можем звонить тем людям, которые уже знают, чем мы занимаемся, и можем звонить тем, кто вообще не имеет понятия, чем мы занимаемся. И поэтому мы каждый разговор планируем, то есть мы понимаем, что сейчас будет, и мы планируем этот разговор. Мы его, может быть, какую-то цель задаем, то есть у нашего разговора всегда должна быть какая-то цель, чего мы хотим в конечном итоге от этого разговора. Вот. И поэтому мы всегда продумываем это. Мы говорили, что наша система дублирования вот в нашем проекте, она состоит из 4 основных шагов. Первое – это приглашение, уже, как я сказала, на вебинары, на презентации. Второе – это когда мы присутствуем вместе с клиентом на этом вебинаре. Третье – это звонок, буквально первый звонок после того, как он получил информацию. И четвертый шаг – это вовлечение в систему поддержки. Итак, мы на первом шагу, то есть когда мы приглашаем человека, то есть наше приглашение должно быть, во-первых, очень хорошо спланированное, оно должно быть честным,
правдивым. То есть мы приглашаем человека, мы знаем, куда приглашаем, мы примерно понимаем, что там будет. Поэтому мы даем этот положительный импульс, что мы приглашаем тебя на очень интересную информацию. И, по идее, мы должны понимать, что на этом вебинаре будет говориться. То есть мы ведем туда, на то мероприятие, на ту информацию, которую мы знаем, и мы точно знаем, что там будет. Дальше это приглашение должно быть, знаете, безотлагательным. То есть мы должны пригласить буквально на ближайший вебинар, который будет. Вот мы сегодня приглашаем на завтра, да? То есть, чтобы не было большого промежутка между нашим приглашением и вот самим мероприятием. Обязательно договариваемся о том, что мы позвоним человеку за 15 минут до вебинара. Может быть, мы ему поможем подключиться, будут, может, какие-то трудности. Может быть, мы ему просто напомним, он нам пообещал, он запланировал, но почему-то подзабыл или что. То есть наш звонок за 15 минут, он ему напомнит, он ему поможет. Если мы приглашаем его на какое-то мероприятие, то обязательно мы ему звоним, мы его встречаем, да, и проведем его тогда в зал, уже посадим на место. То есть мы, если это наш гость, относимся к нему уважительно. Вот. Но, естественно, нужно фокусироваться на преимуществах, которые нужны конкретному этому человеку, этому клиенту, которого мы пригласили. Для этого как раз мы немножечко вот на последующих наших встречах поговорим. Есть такой основной побуждающий фактор, то есть мы понимаем, что является преимуществом для этого человека, и на этом мы фокусируем свою информацию. То есть если он хочет зарабатывать, мы его приглашаем и говорим, вот здесь будет сейчас вебинар, где ты сможешь узнать точно, как можно заработать с легкостью. Да, если он хочет ведет общественную какую-то деятельность, или он, допустим, ему нравится быть там защитником природы, он где-то, может быть, в зоопарках помогает, не знаю, спасает животных, да, то мы можем ему сказать, что я хочу тебя познакомить с проектом, с экологически чистым, который направлен на спасение нашей планеты, на спасение, улучшение экологии, да, то есть научиться сфокусироваться на тех преимуществах, которые нужны этому клиенту, тогда ему будет интересно, и он обязательно придет на этот вебинар послушать. И вот, ну, естественно, все должно быть очень позитивно. Мы должны сами верить в то, что мы несем людям. И когда это будет на энтузиазме, на правде, на честности, то, что идет от души, от сердца, то, конечно, у нас будет 90% успеха. Второй шаг – это, значит, прослушивание самого вебинара. Да, то есть мы либо стопроцентно знаем, о чем там идет речь. Если это вебинар, мы человека подключаем, мы можем сами тоже подключиться, допустим, у себя дома, но мы не можем встретиться, да, но если это какая-то встреча, мы приглашаем человека в зал или там на встречу, знаете, может быть, встреча с нашим спонсором, который будет делать презентацию для узкого круга, то мы в обязательном порядке присутствуем. Если мы живем в этом городе, очень важно присутствовать вместе с клиентом на этой встрече, а не просто сказать, ты сходи, там встретишься с человеком, тебе все расскажут. Нет, это очень некорректно получается. Во-первых, вы четко будете сами видеть, как он реагирует на информацию, вы будете точно знать, что и как, в каком виде ему было подано, и вы будете понимать, что ему еще не досказали, чем вы можете дополнить ту информацию, которую он только что получил. Вот. Ну и вот, как я уже сказала, очень важно, чтобы вот эта презентация была буквально как бы на следующий день, да, то есть без этого большого промежутка. Ну и естественно, что если мы новички, если мы еще не владеем полной информацией, то мы, конечно же, звоним своему спонсору, просим его помочь нам и сделать презентацию, если это какая-то личная встреча, и тогда, если это вебинар, то на вебинар человека компетентного, который хорошо рассказывает, который хорошо подает информацию. Дальше третий шаг – это последующий звонок. То есть мы в обязательном порядке, во-первых, предупреждаем клиента, что мы позвоним после презентации.
вот, что буквально через 5 минут я тебе позвоню после окончания. Это, с одной стороны, обяжет его, чтобы он в обязательном порядке все-таки посетил это мероприятие, да, не просто пообещал, он будет понимать, что вы позвоните, вы его спросите, и, конечно же, он ее просмотрит. Но ему будет совестно не просмотреть, пообещать и не сделать. Да? Ну и, естественно, мы перезваниваем сразу после этого мероприятия и спрашиваем, что понравилось, что не понравилось, понял, не понял, какую нужно дать информацию, если мы говорим о звонках. Если мы вместе присутствовали, то хорошо, если мы пойдем на чашечку кофе и поговорим о том, что мы только что прослушали. Четвертый шаг – это вовлечение в систему поддержки. Это когда мы делаем регистрацию, помогаем сделать верификацию, все остальное – знакомство с кабинетом, с его разделами, маркетинг. То есть выполняем, можно сказать, все свои задачи спонсора, который уже начинает делать свой бизнес и сопровождает своих клиентов, своих партнеров. Вот. Все это мы сейчас, конечно, в большей степени делаем по телефону, потому что мы пока что сидим дома, мы встречаемся редко. Но часто, если мы привлекаем клиента из другого города, мы тоже это делаем по телефону, мы это делаем по скайпу. И, конечно, здесь навыки коммуникации нам очень пригодятся. Вот, поэтому немножечко поговорим, какие наиболее важные правила есть у телефонного этикета, потому что этикет есть не только у корпоративный какой-то этикет, да, но есть также и телефонный этикет, который мы должны соблюдать. Вот. Первое – это всегда в обязательном порядке. Нужно составить план разговора, о чем мы будем говорить, как мы будем говорить. Это нужно для того, чтобы, во-первых, мы смогли достичь своей цели, то есть мы могли все-таки поговорить о том, о чем мы хотим, потому что очень часто бывает так, что если это еще наш какой-то старый знакомый, он может сам что-то рассказывать, он может уводить нас от темы, и чтобы мы в обязательном порядке проговорили все то, что мы запланировали, мы делаем себе такой небольшой план. Он, ну, не обязательно он там каким-то идеальным, да, это могут быть просто какие-то пункты, которые они нам будут просто напоминать, что нам нужно вернуться к разговору, чтобы мы что-то не забыли. Вот. Ну, в то же время это помогает нам сосредоточиться. Пока нам о чем-то там клиент рассказывает, мы смотрим, какой у нас следующий пункт, что у нас еще было намечено, и готовимся об этом поговорить после того, когда выслушаем клиента, потому что дальше мы будем говорить, нам нужно уметь еще и их слушать. В обязательном порядке улыбаемся во время разговора. Если нас не видят, то это не значит, что человек не почувствует наше плохое или хорошее настроение. Это очень чувствуется по нашему голосу. Если мы улыбаемся, то наш партнер на том конце провода понимает, что вам приятно с ним разговаривать, да? И это будет такой у вас достаточно дружественная беседа, и улыбка, она всегда расслабляет. Она расслабляет и говорящего, и слушающего. Поэтому улыбка – это очень важно. Это и есть тот позитив, это и есть та доброжелательность, о которой мы говорим, и которую мы, в принципе, несем, и несет весь наш проект. Дальше следующий пункт – это корпоративный стиль. Нам необходимо соблюдать правила корпоративного стиля. Неважно, что нас человек не видит. Мы совсем по-другому будем говорить, мы совсем по-другому будем преподносить информацию, если мы будем одеты так, как бы мы, допустим, оделись на встречу, если бы у нас была встреча, живая встреча, да, то есть мы оденем подходящую одежду для переговоров, мы займем удобную позу, мы будем делать звонки только в хорошем настроении, потому что в плохом настроении лучше вообще не звонить, то есть если у нас что-то произошло,
Все, и у нас были запланированы звонки, мы хотели там кого-то прозвонить. Если мы заранее об этом звонке не договорились, лучше ничего не делать. Либо же, если мы договорились об этом звонке, постараться отдохнуть, подышать, не знаю, у кого что, кто-то, может быть, что-то вкусненькое съест, кто-то выпьет чашечку кофе, немножечко привести себя в норму, потому что в плохом настроении это заведомо провал, провал разговора, провал, потому что мы говорим о том, что мы все-таки ведем деловой разговор. Если мы приглашаем в бизнес, если мы предлагаем бизнес, это уже деловой разговор. Поэтому мы здесь полностью должны соблюдать весь корпоративный стиль, какой бы мы соблюдали при живой встрече. Вот. Мы бы пришли в хорошем настроении, мы бы улыбались, мы были бы опрятно, красиво одеты. Все то же самое мы делаем по телефону, потому что это очень чувствуется. Конечно же, ни в коем случае нельзя жевать. Желательно не курить в это время, кто курит, потому что это все тоже очень чувствуется. И это несет какую-то неуважительность к человеку, с которым мы разговариваем, да? Поэтому то, что мы не делаем на живой встрече, мы и не делаем при телефонном разговоре. Вот так, наверное, будет правильнее всего для того, чтобы мы поняли вот так один раз и навсегда. Дальше говорим достаточно медленно и четко, чтобы нас понимали. Мы, конечно, можем волноваться. Мы, конечно, можем где-то слово какое-то потерять. Это нормально. Все мы люди, это нормально абсолютно. Но говорить более четко, чтобы нас не переспрашивали, чтобы мы не зажевывали слова. Вот представьте себе, что вам нужно со сцены что-то сказать или объявление какое-то сделать, и вам важно, чтобы каждый из присутствующих в зале вас услышал и понял. Естественно, вы будете говорить очень четко. Вот. Мы можем даже порепетировать что-то, но главное не заучивать какие-то фразы, не переусердствовать так, чтобы не превратиться в робота, когда мы там, допустим, написали дежурные фразы, и мы прямо их буквально зачитываем, да, это тоже немножечко, ну, это неправильно, потому что это тоже будет чувствоваться, что мы не говорим от себя, а что у нас прям вот где-то там есть какая-то бумажка, и мы прям по бумажке все это делаем. Вот. Дальше, следующее, нужно быть готовым к тому, что нам скажут нет, что нам скажут нет, что нам скажут благодарим, не нужно. Как мы говорили уже на телефон, когда говорили о книге контактов, да, когда мы делаем огромную книгу, мы должны понимать, какой бы мы большой список ни написали, 30% нам скажут нет и вообще не примут наше предложение. И это тоже нормально. То есть мы к этому должны быть готовы. И точно так же со звонками, если мы начинаем разговаривать, если мы начинаем что-то предлагать, мы должны быть готовы, что скажут нет. Причины могут быть разные. Может быть, мы просто не вовремя, может быть, человек просто сейчас не готов входить в какой-то новый проект или просто даже не готов с нами разговаривать. Просто сейчас он не готов с нами разговаривать. Вот. Поэтому, ну, а может быть, ему абсолютно неинтересно. То есть мы к этому готовы, и нас это не шокирует, нас это не ломает, мы идем дальше. Знаете, это как, приведу пример из карт. Мы знаем, что там в колоде 54 карты, и чтобы достать, чтобы нам попался Джокер, сколько нам, в принципе, нужно перебрать этих карт, да? Какова вероятность, что он нам попадется с первого, со второго или с третьего раза, да? Очень маленькая. Вот. Поэтому мы готовы и идем просто как, знаете, как обычный рабочий процесс, в котором мы себя чувствуем хорошо и комфортно. В любом случае мы заканчиваем разговор вежливо. Что бы нам ни сказали, мы благодарим за то, что потратили время, свое уделили нам, что нас выслушали. Желаем всего хорошего, желаем хорошего дня. Возможно, если нам скажут причину, почему нет, если это не время, если человек не может в этот момент разговаривать или просто не в состоянии нас выслушать, принять, понять, разобраться, потому что у него сейчас просто происходит какой-то другой, более важный процесс, его мысли заняты этим, он не может переключиться, то в таком случае мы можем с ним договориться, когда я могу вам перезвонить. Давайте, может быть, в более удобное время я вам перезвоню, через день, через два. Но мы уже по обстоятельствам, да, подбираем время, когда человек говорит,
говорит, да, может, он в отпуск уехал куда-то или на заработки поехал, и он сейчас работает, и мы вообще говорим, ну, давайте мы там через 2 месяца, да, хорошо, хорошо, через 2 месяца я вот вернусь в страну обратно домой и через 2 месяца поговорим. То есть, да, от обстоятельств мы договариваемся о последующем звонке, о следующем нашем контакте. Вот. Но мы всегда вежливые, мы всегда доброжелательные. Ну и, естественно, предпринимаем в обязательном порядке те последующие шаги после своего звонка, о которых мы договорились. Если мы договорились отправить дополнительную информацию, ролики, документы, понимаете, очень неожиданно большой разлет бывает в тех вещах, которые мы после вебинара, после информации, после презентации у нас просит наш партнер. Кто-то хочет посмотреть документы, кто-то хочет посмотреть, кто такой Юницкий и все о нем, его там биографию, а кто-то хочет посмотреть просто ролики, да? То есть, но то, о чем мы договорились, мы обязательно выполняем. Высылаем на e-mail или на телефон, как мы договорились. Вот. И, естественно, не боимся делать звонки, не боимся ошибиться. То есть если мы понимаем, что у нас очень важный человек, и мы не уверены в своих силах, конечно, лучше мы прибегнем к помощи спонсора, который, да, человек, у которого уже есть опыт, который создал какую-то свою уже команду, и мы просим его, да, чтобы не испортить. Но, тем не менее, мы все равно сами, пока мы не начнем пробовать, звонить, говорить, но не научимся мы этому. То есть нам нужно практиковаться, 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 чтобы мы могли это делать с легкостью. И ну, не нужно нам переживать. Вот. А просто совершенствуемся. И потом даже уже сами будем своих приглашенных учить, что вот смотри, как это делается, да, такие мастер-классы давать. Так, дальше поговорим о, это был у нас телефонный этикет, сейчас мы поговорим о навыках коммуникации, какими навыками нам необходимо обладать для того, чтобы наши разговоры были успешны, наши телефонные звонки достигали цели, которые мы поставили. Что-то у меня свет совсем не хочет, камера не хочет мой свет принимать. Итак, первое – это умение правильно и четко произносить слова. Очень правильно. Если мы говорим на русском языке, то очень важно произносить слова правильно, правильно делать ударение. Не позвонит, а позвонит, ну, например, да. Допустим, да, я четко говорю, но вот ударения какие-то неправильно. Но нужно посмотреть, порепетировать, может быть, даже свою презентацию, свою речь, которую вы хотите сказать человеку по телефону, возьмите, запишите на диктофон и потом себя послушайте. Во-первых, это очень важно, потому что вы услышите, как вы звучите со стороны, как вас вообще слышат. Все ли четко вы произносите, правильно ли вы произносите. То есть это очень важно. Это такое интересное на самом деле задание. И когда-то я была на тренинге, у нас было такое задание. Здесь еще очень важно привыкнуть к своему голосу. Потому что свой голос, который мы слышим, произнося что-то, мы его слышим изнутри. И тот голос, который мы слышим потом с видеозаписи или из динамика, он очень отличается. Поэтому, чтобы нас ничего не смущало, то есть можно порепетировать, можно подумать, привыкнуть к своему голосу для того, чтобы вам не казалось, что у меня такой нехороший голос, я сейчас этому человеку говорю, а ему, наверное, так неприятно меня слышать и слушать, да, чтобы вот этого у нас психологически такого момента не было, очень хорошо себя послушать со стороны. Но это так, я говорю уже как дополнительный такой квест немножечко, как практическая часть, которая, ну, мне помогла, потому что у меня был очень сильный психологический барьер, когда я слышала себя со стороны. Мне казалось, боже мой, какой ужасный голос. Вот. И, естественно, из-за этого я смущалась говорить, особенно на камеру, да, потому что мне казалось, боже, какой ужас. А на самом деле это все абсолютно нормально. Дальше компетентность.
Нам очень важно быть компетентными в той теме, которую мы освещаем. Если мы хотим употребить какой-то термин, технический термин о нашей технологии, потому что мы, когда познакомились с ней, конечно же, мы узнали очень много новых понятий, новых слов. И если мы говорим кому-то об этом, может быть, люди впервые слышат. И если мы употребили какое-то слово, например, колесная пара, или мы говорим струнный рельс, сейчас для нас, ну что такое струнный рельс? Ну, мы же знаем, что такое струнный рельс, да, мы там уже столько лет в проекте, мы уже ездили по этим струнным рельсам. А человек, который впервые слышит, он может спросить: подожди, что значит струнный рельс? И мы, чтобы мы выглядели компетентными, очень простыми словами, но мы должны уметь объяснить то, о чем мы сейчас начали говорить. То есть мы сразу представляем себе картиночку рельса в разрезе и рассказываем, что это предварительно натяженные струны, это наполнитель такой, который шумопоглощающий, который не допускает туда кислорода и воздуха, чтобы не было окисления струн. Значит, это как бы еще гарантия качества, да, и головка рельса стальная, стальной, по которой едет стальное колесо. То есть те мелочи, которые мы уже знаем, мы можем таким свободным, простым языком объяснить, но очень важно, если мы употребляем какие-то слова, мы должны быть компетентны для того, чтобы их пояснить, потому что нас могут спросить в лоб. Вот. Дальше очень важно, когда все наши формулировки будут положительные. Они должны. Все, что мы говорим, это хорошо. То есть мы всегда остаемся в позитиве, потому что, во-первых, то, что мы рассказываем, тот проект вообще, в который мы людей приглашаем, это супер классный проект. Он несет добро планете, он несет добро людям, он несет добро и безопасность всему животному миру, растительному миру. То есть мы уже понимаем, проект позитивный, мы несем позитив. Вот. Но есть моменты, когда люди начинают говорить, что ну, что-то не так. Здесь что-то не то. Например, вот смотрите, с чем мы встречаемся очень часто. Вы говорили, что вы там до 2017 года все сделаете, а сейчас вот еще ничего не сделали. А вы до сих пор еще что-то делаете. Здесь очень много позитива, потому что мы за 2017 год обещали 4 трассы, 4 вида транспорта. Да? А что у нас происходит? У нас уже 11 видов подвижного состава. У нас уже 7 трасс есть разных. То есть мы за это время мы расширили свой ассортимент, как это делает хороший магазин. Потому что если бы у нас были только 4 трассы и 4 вида подвижного состава, то для многих континентов по многим запросам мы бы не подошли и сказали бы: ну да, ваш транспорт классный, но мы у себя вас строить не можем, потому что у вас нету этого, этого, этого. Допустим, как сейчас вот с Арабскими Эмиратами, да, что им вроде бы нужно практически то же самое, да не то же самое им нужно. Не понимаю, почему меня так плохо видно. Ну вот, другое дело. Вот, поэтому, когда нам говорят какой-то негатив, мы всегда должны найти что-то позитивное, потому что все, что не делается, все делается к лучшему. Вот. Ну и, естественно, мы учимся задавать вопросы, потому что, когда мы разговариваем, и задавая вопросы, мы выявляем потребности, и мы знаем, что ему предложить. То есть бизнес, команду, просто быть инвестором. Ну, то есть, ну, сами понимаете, да, когда мы задаем вопросы, мы тогда можем больше выяснить, что нужно человеку и что мы можем ему предложить. Вот. И вот все это, вот этот вот наш позитив, наша компетентность, наше умение хорошо, правильно разговаривать, вот это все и создает такое,
взаимопонимание, когда человеку хочется с вами разговаривать, он говорит, да, человек компетентный, умный, грамотный, интересный проект предлагает, знает все, что там внутри происходит, да, потому что если будет, не будет какого-то взаимопонимания, то не будет дальнейшей договоренности. Мы же все-таки человека в бизнес приглашаем, да, нам нужны договоренности, и поэтому это очень важно. И плюс комфортное состояние в разговоре, понимаете, есть взаимопонимание, мы с легкостью говорим, мы не напрягаемся, потому что мы можем напрягаться, забывать потом что-то, да, если у нас нету вот этого контакта. Это тоже очень важно. И бывает так, что людям при встрече, личной встрече, ну, быстрее можно завязать контакт, потому что видит лицо, видит улыбку, видит жесты человека, да, при телефонном разговоре немножечко сложнее. Поэтому очень важно, чтобы мы были, ну, во всяком случае, хотя бы те навыки элементарные, чтобы мы ими овладели, навыки коммуникации, да, чтобы мы овладели и могли это все проявить в телефонном разговоре. Вот. Ну, естественно, мы уже говорили про улыбку. Мы начинаем разговор с улыбкой. Если это человек, которого мы уже знаем, то хорошо бы ему сказать что-то хорошее, что-то доброе. Там, ну, как ваши дела? Там, знаешь, не сразу в лоб начинать говорить о том, с чем мы к нему пришли. Вот. У меня буквально вот 2 дня назад, как-то даже в тему получилось, мне звонила девушка из какой-то фирмы, и она разговаривала достаточно медленно, потому что очень часто сталкивалась с тем, что они начинают тараторить, прям трещать в эту трубку. Они, видать, боятся, что их не хотят слушать и кладут трубку молча, да, и поэтому они пытаются много-много-много быстро что-то сказать, какую-то дать о себе информацию. Здесь была другая информация. Она говорила достаточно медленно, но она сказала, здравствуйте, меня зовут, я представитель такой-то фирмы, я хочу вам предложить, у нас сейчас акция, и она говорит, и говорит, и говорит. Вы хотели бы это купить? Она мне дала полностью всю информацию. А я, так как я готовлюсь, допустим, к теме о телефонным коммуникациям, я решила ее все-таки послушать, да, думаю, не буду класть трубку, не буду ее прерывать, не буду ее останавливать. То есть она все полностью свое предложение сделала. Вы хотели бы это приобрести? То есть она и сказала, какие там акции, все, но она говорила это все монотонно, достаточно быстро, но четко, не проглатывала ничего. Вот. И я потом ей говорю, девушка, я все понимаю, но вы, простите меня, я хочу вам сделать несколько дружеских советов. И я говорю, что я сама лично занимаюсь тем, что рассказываю о телефонных переговорах, о презентациях, о том, как вести презентацию, о приглашениях в бизнес. И говорю, вы даже не спросили меня, есть ли у меня хоть 30 секунд вас послушать, удобно ли мне сейчас с вами разговаривать. Говорю, мне сейчас на самом деле очень неудобно разговаривать, я занимаюсь совсем другим серьезным делом, но мне просто было неудобно вас перебивать. Я не хотела вас прервать, я не хотела вас перебивать. И она такая, да, извините, ну да, вы правы, а может быть, я могу вам перезвонить в другой раз. То есть, да, она, конечно, смутилась, она поняла свою ошибку. Вот. Ну, мы договорились, что она мне позвонит позже, и мы с ней поговорим. Я так поняла, что она хочет поговорить не только о своей компании, которую она предлагает, да, а потому что ее очень заинтересовало то, чем занимаюсь я, в плане того, что вот вебинары по дубликации, да, и о том, как вести разговоры. Вот. Поэтому мы об этом тоже помним и применяем все то, чему мы можем научимся, применяем при своей работе. Вот. Есть еще один такой момент, когда, чтобы у нас была какая-то синергия с человеком, мы применяем те же самые слова, используем те же самые слова, которые использует наш собеседник. Это очень хорошо выстраивает взаимоотношения. Например, когда мы вот говорим, человек говорит, ой, вы знаете, у меня такая занятость сейчас, я там не могу.
то вы тоже говорите, да, я понимаю вашу занятость, да, употребите то же самое слово, на которое сделал акцент ваш собеседник. То есть это говорит о том, что вы принимаете то, допустим, в каком он сейчас состоянии, если он, допустим, говорит, я после рабочего дня, я устал, и я сейчас вообще не способен что-то принимать, да? То есть вы принимаете его усталость. Мы говорим, да, я понимаю вашу усталость, мы все сейчас в таких стрессовых ситуациях находимся и работаем, да? То есть когда вы повторяете какое-то слово, которое употребляет наш собеседник, получается, что мы принимаем то, что он нам говорит. Да, ему это приятно. Еще есть такое, когда мы можем продемонстрировать какую-то общность, когда мы можем найти что-то, чем мы похожи на нашего собеседника, что он любит, что чем он занимается. Знаете, когда человек что-то там в разговоре говорит о том, что ой, я только приехал с выставки, я ездил, у меня собака, и вот мы там получили массу удовольствия, он хочет с нами чем-то поделиться. Мы это принимаем, и очень хорошо, если, допустим, у нас есть собака, и мы говорим, о, у меня тоже есть собака, я тоже много с ней времени провожу, но вот до выставок мы не дошли, там порода не та, еще, но вот мы ходим на дрессировку, там мы ходим на площадку заниматься, да, или еще что. Ну, не нужно сочинять, если у нас, допустим, нет собаки, а перед нами реальный человек, который вот фанатеет на собаках, да, мы можем сказать, о, у меня во дворе, да, я понимаю, что это такое, у меня во дворе есть сосед, у которого тоже собака, и он мне столько рассказывает, как он и куда ездит, да, мы все равно что-то находим, либо что-то общее между мной и собеседником, либо мы находим какого-то третьего человека, который тоже так же, как наш собеседник, то-то, 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 любит тем-то, тем-то, тем-то занимается, да, это будет какая-то общность, это будет какое-то такое вот единение, это будет что-то, как говорится, общие темы для разговора, да, они, может быть, уже и не всплывут, но они притягивают, они сплочают людей, и человек уже может с вами говорить, потому что люди любят себе подобных, да, и получается, что, о, тут есть что-то такое, что вот люблю я и то, что есть у меня. Вот, это тоже важно. Дальше подстраиваем свою скорость речи под скорость речи клиента. Есть люди, которые говорят очень медленно, есть люди, которые говорят очень быстро. Так вот, те, кто говорят очень быстро, они и соображают быстро. И мы можем с ними четко, лаконично делать какое-то предложение им. И, возможно, если их заинтересовало, они будут сами задавать вопросы. Мы только отвечаем, отвечаем, отвечаем на вопросы, чтобы у человека вдруг вот сложилась картинка. Но если человек сам подает информацию достаточно медленно, размеренно, вот он разговаривает медленно, то надо думать, что он и принимает информацию точно так же медленно, воспринимает медленно. И если мы будем ему четко, быстро и лаконично, и нам, на наш взгляд, это же здорово, да, дадим ему такую информацию, он что-то может просто недопонять, потому что он не успел. Пока он переваривал одну информацию, вы ему уже сказали вторую. И как только он включил внимание дальше, а вы ему уже говорите третью, и он вторую полностью пропустил. Поэтому очень важно, когда мы, это тоже своего рода синергия такая, да, мы подстраиваемся под скорость его речи, помня о том, что у него скорость восприятия точно такая же. Хорошо, когда мы умеем проявить сопереживание к собеседнику, да, такую своего рода эмпатию, то есть сочувствие. Если у него что-то произошло, то, ой, я понимаю, как вы в этот момент себя чувствовали, да? Не надо нам сочинять, ой, у меня тоже такое было. Если такого у нас не было, не надо сочинять. Достаточно сказать, я представляю, как вы себя чувствуете, да? Вот, я понимаю, почему вы так отреагировали. Там, да, я понял, что вы имеете в виду, потому что вот такая ситуация мне знакома, да? То есть мы, когда соучастие, сопереживание проявляем, это тоже мы располагаем человека к себе. Вот. Дальше очень важное качество – уметь слушать и не перебивать. Если мы задаем вопрос клиенту, и он начинает нам что-то рассказывать,
И нам вдруг кажется, что он начал слишком издалека. Все равно нужно уметь выслушать, потому что если мы начнем его перебивать, то может получиться так, что мы его прервали, и мы сбили его с мысли, и он до главного не дойдет. То, что он хотел главное нам сказать, на его взгляд, да, главное, что если мы его перебьем, он может сам потерять вот эту цепочку, и ему будет некомфортно, потому что, ну, ход мысли нарушен, прервали, и он уже как-то выглядит в ваших глазах некомпетентно, он хотел вам вот красиво все изложить, да, мы взяли его, перебили. Плюс он обижается, что его перебили, что его не слушают, что моя проблема ему неинтересна, почему у меня должна интересовать его проблема. Понимаете, здесь тоже такое вот может быть включаться. Поэтому если уж мы разговариваем, если уж мы задаем вопросы, то, конечно же, мы слушаем, выслушиваем до конца. Очень важно всегда иметь листочек и ручку под рукой для того, чтобы можно было записать какие-то там пометочки. И это прям, знаете, такая привычка должна быть. Потому что, во-первых, эти пометочки мы делаем, чтобы мы не забыли, о чем мы бы хотели его еще спросить или что бы мы хотели ему сказать. Это раз. А второе – пометки о человеке. Когда я вам рассказывала, как этот сетевик, настоящий сетевик ведет учет своих клиентов, когда я вам рассказывала, что есть тетрадь, которая называется «Целое досье», где мы записываем и день рождения клиента, и сколько у него детей, и его хобби, его привычки, любимые занятия. Это нужно для того, чтобы мы могли вот как раз-таки проявить эту эмпатию к человеку, участие. Если он нам сказал, что он сейчас вернулся с каких-то соревнований, и он спортсмен, и что через месяц он едет на новые соревнования, мы пишем, что у него через месяц будут новые соревнования. И когда мы с ним встречаемся, по времени мы видим, что мы встретились уже после его соревнований, и мы его спросим, как у вас прошли ваши соревнования, как вы там выступили. Для него это очень важно, для него, понимаете, он понимает, я ему нравлюсь, мне интересно, ему интересно, чем я занимаюсь. Он поинтересовался моими успехами, он классный человек. И ему хочется общаться с таким человеком, потому что нам всегда хочется общаться с тем, кто желает нам добра, тем, кто там восхищается нами, кто делает нам комплименты, кто благодарен нам за то, что мы что-то для них делаем. Да, и мы это делаем не ради благодарности, но человек такое существо. Чем больше хорошего, чем больше позитива, тем больше отзывчивости. И здесь то же самое. Мы не забываем, что те, к кому мы приходим, даже если это бизнесмен, который прям круто там умеет эти деньги вкладывать, зарабатывать, он тоже человек. У него тоже есть, ему ничто человеческое не чуждо. Да? Поэтому мы делаем себе пометки. И это всегда нам поможет подготовиться к следующей встрече. То есть что-то мы сейчас используем в данном разговоре, что-то мы используем потом при следующей встрече. Так, дальше. Слушаем внимательно, потому что, во-первых, мы всегда можем задать правильный вопрос, и будет очень эффективный у нас разговор, если мы внимательно слушаем. Во-вторых, пока человек нам отвечает, мы можем уже сформулировать как бы следующий вопрос, чтобы у нас не было там, ну что ж я хотел вам еще сказать, да, то есть мы формулируем, потому что, опять-таки, если мы сидим, пьем кофе, мы можем делать какую-то паузу на то, чтобы сделать пару глотков, мы можем сделать паузу, сказать, боже, какая сегодня замечательная погода, посмотрите, как здорово, что мы вырвались, да, если у нас вдруг образовывается пауза. Когда мы говорим по телефону, эти паузы уже будут более не кстати, они более будут сложные. Поэтому, когда мы задаем вопросы, мы слушаем, но мы уже сразу
Все, подключение восстановило. Был какой-то сбой. Сейчас мы проверим, как у нас звук. Есть у нас звук, да, все в порядке. Так, поехали дальше. Некоторые клиенты могут быть немногословны, и они захотят получить информацию быстро и скажут нам, что у них мало времени, и они хотят разговор закончить быстро. Да? А некоторые, может быть, наоборот, захотят подольше пообщаться, особенно сейчас, когда люди ходят и посещают меньше общественных мест, меньше встречаются со своими друзьями. И может так получиться, что с вами будут с удовольствием разговаривать. Поэтому запасаемся темами, запасаемся, как сказать, информации, да, и выстраиваем свой разговор так, чтобы было интересно. Вот. Поддержать разговор, ну как мы можем, допустим, попросить человека, чтобы он нам о чем-то рассказал, да? Но какими словами? Там расскажите, пожалуйста, не могли бы были вы поподробнее там описать что-то? Я буду вам благодарен, если вы мне объясните там то-то, 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 да? А не так, ну, не такие прямые вопросы в лоб. А где вы работаете? А сколько вы зарабатываете, да? То есть немножечко более мягкие, такие обтекаемые вопросы, чтобы, ну и чтобы они были, конечно, звучали как хорошие деловые вопросы, да, вот. Можно задавать следующие вопросы, но это все уже зависит от темы, да, на какую тему вы говорите, что именно человек вам сказал. Вопросы абсолютно разные. Вот не могли бы вы описать, что такое мотивация в вашей работе, да, вот если вы говорите о мотивации, вот он говорит, меня в моей работе мотивирует то-то, то-то, а чем вы можете смотивировать? Или там, допустим, да, я на своей работе мотивирована, а вот у вас я не знаю что. И вы тогда можете спросить, а что для вас является мотивацией, да, вот, там, либо какие-то ситуации, пожалуйста, объясните, как вы попали в такую ситуацию, поделитесь со мной, пожалуйста, да, через какие трудности вы прошли, то есть это опять, это мы проявляем эмпатию, это мы проявляем участие, но в то же время здесь даются просто примерные формулировки, не могли бы вы описать, не могли бы вы объяснить, пожалуйста, объясните, да, а может быть, вы можете объяснить, да, не прямо там, скажите, объясните, покажите мне. То есть такие, знаете, повелительные какие-то вопросы, да, обращения, а вот немножечко более лояльно, потому что может он скажет, ну нет, знаете, я, наверное, эту тему не хочу говорить, если, допустим, эта тема неприятная, если он говорит о какой-то неприятной ситуации, потому что, может быть, сейчас человек в безденежье, и он принимает наше предложение заработать, да, но он не хочет описывать свою ситуацию, как он оказался в такой ситуации, да, поэтому мы мягко спрашиваем, он нам отказывает, и мы идем дальше. Вот. Ну и очень важно понимать, как для нас важно понимать, правильно ли он понял нас, точно так же для нас важно понимать, правильно ли мы его поняли, сумеем ли мы ему предложить то, что ему нужно. Поэтому мы всегда как-то подводим итог нашей беседы, вот, то есть просуммировал какие-то главные факты, о которых мы только что говорили, да? Допустим, там, правильно ли я понял, что вы там, допустим, сейчас без работы, потому что произошло то-то, то-то, и, по большому счету, готовы принимать любые предложения к рассмотрению, да, и поэтому я вот сейчас вам более подробно хочу сказать о своем предложении, да. То есть мы подводим итоги работы, и мы понимаем не только, правильно ли поняли нас, что мы предложили, да, но обязательно проверяем, правильно ли мы сумели понять своего собеседника. Вот. Это что касается навыков коммуникации, этикета и всего, что относится к разговорам, переговорам. Да, сегодня не хочет работать. Так, и сейчас немножечко о практической части. Буквально несколько таких скриптов. Что можно говорить, как можно говорить, как представить себя, как представить наш проект.
Вы буквально можете делать скриншоты, может быть, это так даже будет удобнее, чтобы потом можно было почитать, да? Я работаю в международной компании SkyWorld Community. Мы имеем дело с инвестиционной, транспортной, с инновационной. Я очень плохо вижу, у меня не открываются на моем компьютере, не открываются слайды. Мы имеем дело с инновационной транспортной системой второго уровня. И сегодня там-то и там-то, во столько-то, например, мы делаем презентацию нашей компании, нашего проекта. И я был бы очень признателен за ваше мнение о проекте. Да? Вы могли бы найти полчаса, чтобы послушать вебинар. Вот. Он закончится там в такое-то время, и я вам потом позвоню. Если это какой-то наш старый знакомый, мы можем. Я так рад, наконец, что мы встретились после того, как потеряли друг друга. Давай будем на связи. Вот. И для дальнейших там встреч, для дальнейших предложений. Вот. У меня очень особенная, по сути, уникальная информация. Она действительно важная и ценная. И чтобы познакомиться с ней, нам просто нужно сесть и поговорить. Какой день вам больше подходит? Там понедельник, вторник. Да, мы еще знаем, что когда мы приглашаем человека на встречу, мы предлагаем два времени. Два. Одно и второе, чтобы выбирать всегда из двух легче, потому что есть практика. Это не только моя практика, это уже такая мировая практика, статистика, что если мы предлагаем человеку три времени, он либо не находит, он говорит, что ему ничего не подходит, либо предлагает четвертое. Ну хорошо, если он предложит четвертое, оно нам подойдет, да? Лучше всего предлагать два времени, поэтому это всегда облегчает выбор. Нет, но сейчас действительно в эти два времени не может, он может предложить свое, да, но это, да, мы это тоже не исключаем. Вот. Как мы можем еще говорить? Речь идет о рабочих и финансовых преимуществах. Тоже такая формулировка речи, ну, красивая, мне она нравится. Вот. В ходе личной беседы я хотела бы показать вам некоторые материалы и предложить вам варианты, вот, которые основываются на них. Вас это устроит? Да? То есть мы формулировки, да, мы сейчас говорим просто о формулировках. Нам лучше встретиться лично, мы говорим человеку по телефону, чтобы я мог показать, каков может быть ваш выбор и какие у вас есть шансы, что вы думаете по этому поводу. Мы не можем обсуждать и описывать все преимущества по телефону, так как мне надо показывать вам и кратко изложенный материал, да, или мы там хотим показать брошюры, мы хотим подарить какой-то материал, какой-то каталог, да, поэтому мы просим, что мы не только по телефону, что мы просим какую-то личную встречу. Вот. Всегда стоит поговорить с глазу на глаз, так как вы получите ценный материал, который принесет вам прибыль. Мне бы хотелось представить наш проект вам, а после нашего разговора вы сможете решить, будут ли вам интересны следующие шаги. Да? То есть мы даем основу, а человек выбирает для себя вообще, пойдет он дальше с нами или не пойдет, будет ли он дальше изучать или не будет. Вот. Когда мы звоним уже другу, знакомому какому-то человеку, то здесь уже немножко проще. Привет, Вадим, можешь говорить, как у тебя вообще дела? Да, мы всегда говорили, что очень хорошо, когда мы приглашаем тех людей, которых мы уже хорошо знаем, с которыми мы можем спокойно поговорить, с которыми мы можем задать, как там прошла твоя встреча, с которыми мы чаще, ну вот, коммуницируем, пусть изредка, да, но мы знаем, чем этот человек живет. Особенно, когда мы начинаем, нам проще с такими людьми, мы всегда можем завязать разговор сначала о том общем, что нам двоим знакомо, а потом уже говорить о своем. Вот, я уже довольно долго работаю в одной международной компании, и сегодня весь 8 вечера, да, допустим, как мы говорили, или завтра вечером будет очень интересный вебинар, там или кто-то встреча с правлением, как мы можем сказать, да, ты мог бы найти полчасика, чтобы послушать этот вебинар. Мне бы очень хотелось узнать твое мнение по этому поводу, да. Ты же знаешь, ты же много знаешь, ты же в этом понимаешь, вот что за проект, да. Он, о чем там пойдет речь? Ну, мы говорим о транспортной системе второго уровня.
После вебинара ты вообще будешь знатоком такого, потому что можно сказать, а ты слыхал что-нибудь о транспорте второго уровня? Нет, не слыхал. О, давай приходи на вебинар. Вот, я думаю, что ты найдешь для меня время, я надеюсь, и узнаешь очень интересную информацию. Да? Вот. Когда мы уже предлагаем о сотрудничестве, допустим, делаю предложение о сотрудничестве, то есть мы понимаем, что этот человек ищет бизнес, ищет дополнительный заработок, вот, или просто ищет, у него, допустим, свое все там прекратилось, и он прямо сейчас сначала вот в поиске чего-то абсолютно нового, да, вот, тогда вот мы можем, доброе утро там, мистер какой-нибудь, вот, я не хотел бы вас беспокоить, но и будет ли у вас 3 минуты, я объясню причину, почему я вам звоню. Да, наша специализация — новейшая транспортная система. Мы имеем дело с особым проектом, который является очень инновационным, там, новаторским. И было бы очень здорово узнать ваше мнение, потому что мы знаем, что вы занимались бизнесом, там то-то, 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 то-то. Да? Но мы связываем это. Вот. Проект очень мощно запустился, и я не хотел бы потом сожалеть, что не рассказал вам о его преимуществах, потому что да. Мы знаем, что человек любит бизнес, занимается этим. Вот. Я не знаю точно, подойдет ли вам наш проект, но вот звоню, чтобы с вами встретиться, обговорить, и вы уже сами сделаете свой выбор и примете решение. Да? То есть так мы можем говорить человеку, который действительно знает, что такое бизнес, и мы ему сразу предлагаем бизнес. Вот. Есть еще один, как бы второй образец такого разговора. Здравствуйте, я звоню по рекомендации, да? То мы звонили человеку, которого мы точно сами знаем, что у него был бизнес или что он занимается бизнесом, то есть мы знаем о нем. А здесь мы звоним по рекомендации вашего коллеги, господина такого-то, такого-то. Он сказал мне, что вы человек достаточно опытный и подойдете для бизнеса, который мы сейчас начинаем. Да? Там мы ищем компаньона. Или я хотел бы знать ваше мнение. Могу я ли попросить вас о встрече? Да? То есть это идет уже разговор, когда мы говорим с человеком по рекомендации, которого мы не знаем, который не знает нас. Да? Какое время вам подходит? То есть либо он сам назначает, либо мы ему предлагаем что-то, ну, выбрать. Вот. Ну, еще таких несколько вопросов. Мы можем встретиться? Каким видом транспорта вы пользуетесь больше всего? Если мы хотим заговорить о транспорте, да, мы спрашиваем. Мы можем поговорить о преимуществах того транспорта, который существует, и сказать, сейчас есть новый вид транспорта, а вот у него такие преимущества, да? Вот. Вы слышали когда-нибудь о транспортной системе на втором уровне? А знаете ли вы, что вы можете поучаствовать в этом инновационном проекте? Вот. Если мы по телефону говорим, да, то мы можем говорить, вы знаете, мне кажется, что самым лучшим вариантом окончания нашего телефонного разговора было бы все-таки обоюдное желание встретиться. И при встрече я бы вам показала материалы, там и то-то, то-то, то-то. Как вы думаете, что вы думаете по этому поводу? То есть это такие примерные скрипты, которые могут нам помочь начать разговор. Потому что для многих это является очень сложным. Да? Поэтому вот делаем, не знаю, скриншоты и выбираем то, что нам нравится, то, что вам подходит. Я буду очень рада, если все-таки что-то там будет полезное, и вы сможете это применять в своей работе. Именно для этого я все это делаю. Вот, поэтому просто хочется закончить вебинар такой фразой, что общение – это ключ к личному и профессиональному успеху, потому что мы люди, мы живем среди людей, и, естественно, нам очень важна коммуникация, общение друг с другом, либо это общение для приятного времяпрепровождения, либо это общение для бизнеса, но в любом случае мы общаемся. И очень хорошо, когда мы хорошо общаемся, когда мы умеем это делать, умеем говорить, умеем выражать свои мысли, и неважно, при живой встрече или по телефону. Я благодарю вас за внимание. Спасибо, что были
со мной весь этот вечер. Спасибо, что просматриваете на Ютубе. Я знаю, что очень много просмотров потом происходит. Я рада, что если есть какая-то польза, я очень рада. Желаю вам хорошего вечера и всего доброго до следующего четверга. В следующий четверг мы поговорим о том, как мы начинаем свою презентацию и выявляем основной побуждающий фактор человека, который может его мотивировать на то, чтобы прийти в проект, принять участие и идти дальше к осуществлению какой-то своей мечты. И когда мы выявляем этот основной побуждающий фактор, нам с этим человеком очень легко говорить и делать свое предложение. Вот об этом мы поговорим в следующий четверг. Все, всего хорошего. Я благодарю вас за внимание и до следующего четверга.